открытием тайны, которую я хранила много-много лет. Осиное гнездо. Продолжение смотрите сегодня в 21:00. Потому что есть, это мы входим, да, не работает ни один пункт, не выполнен ни один пункт. Есть возможность как-то, может быть, принудить, но вот пока есть западные страны не воспользуются. Александр Бараров, спецсервер власти. Я прекрасно помню, что вы мне два дня назад, вы с вами встречали в Донецке, сказали, что Минск для вас это важно. Вы руководствуетесь Минском и своих ребят, из окопов наступать не пусто. То есть, что для вас Минск? Это вот приказ Захарченко, главнокомандующего вашего, выполнять Минские соглашения и не шагу вперед. Или вы верите в них? Мы верим в главу государства, который соблюдает Минские соглашения. И для нас Минск — это показатель того, что мы состоявшееся государство, которое ведет переговоры. Да, от Минска нам, ополченцам, больнее по одной причине, что...